Всем привет, народ. Сегодня мне пришла вот такая посылка, подарок подарили. Это у нас коптилка. На коптилке, на копченых изделиях тоже можно неплохо зарабатывать. Да, ее мне подарили, ну, чтобы показать, рассказать. Сейчас откроем, вот мы ее только распечатываем. Сейчас посмотрим, как она все выглядит. Это то же самое, как и, ну, любой другой бизнес, тоже те же самые куры. Набрать клиентов. Если хорошо, качественно, вкусно делать, то и можно на этом тоже зарабатывать неплохо. Ну и копчение вообще очень классная вещь. Коптилку эту производит Андрей. Это ручная сборка. Вот она. Вот так выглядит. Испачкалась. Сейчас я вам ее... Она в сборе уже, да? А, дымогенератор, все внутри. Оставлю эти контакты, ссылку. Может, на Авито ссылка там, по-моему, есть. Кому интересно, звоните, пишите. Номер ватсаповский оставлю, вот пишите. Вот она. Ух ты! Вот так она выглядит. Что там написано? Это круто. Это выжиг. Ну, коптилка такая крупная. Так. Как пользоваться, потом я все еще посмотрю. Так, это нагрев. Так, что-то как-то так просто завязано, чтобы мне это... По дороге не болталось. Да, чтобы по дороге пахнет так приятно. Свежим деревом. Свежим деревом, да. Сейчас. Блин, надо бы шубик принести. Так, ладно, сейчас пока отключи. Сейчас я его вытащу, чтобы время не отнимать. Собрали мы. Все собрали. Пока еще, конечно, не все понятно. Инструкцию можно... О. Включилась, электростатистика включилась. Че, он набрал сейчас какую-то температуру, я еще не разобрался в этом. Короче, это все работает, вот, там надо настраивать, что-то выставлять. Но это все узнаем, я пока написал, человек не отвечает, видимо, занятый. Дымогенератор, вот он, сюда, о, отключилось. Это дымогенератор, сюда набиваем щепу. Поджигаем, вон там есть дырочка, сейчас пока все так. Здесь поджигаем, она начинает гореть. Это компрессор, ну, раньше ставили компрессор, сейчас вентилятор. Этим вентилятор задувает дым в коптилку. Конденсат от дыма, вот эта смола падает вот сюда в баночку. Так, ну-ка давай, открываем. Так, крышка вот, чтобы смотреть вовнутрь. Электростатическая эта коптилка, это непростая. Короче, вот я соединил почему-то по инструкции. Ну, как у него там написано. Ноль сюда, фаза сюда. Это что-то, видимо, греет, как-то что-то дает. Но я еще это узнаю. Провода. А? Провода, да, идут отсюда. Там какой-то датчик стоит. Вот он плюс, здесь у него, здесь минус. Плюс на струны, минус на вот эту. Жердочку. Сюда вешается продукция, видимо. Ну и вниз что-нибудь надо будет поставить, чтобы, если что-то будет капать. Ну там написано, что это не обычное копчение, не как вот простые коптилки там дымом, а здесь что-то будет происходить. А что будет происходить, мы потом расскажем. Он еще мне отпишется.
все объяснит, да, объясняет то, что мне непонятно, я спрошу, что как. О, о, слышите? Вот что-то включилось. Звук. Вот он сейчас поработает, раз, отключится. Не надо, не надо, не суй руку. Тепло не идет от него. Какая-то электростатистика, видимо, что-то там идет. Вот сейчас он работает. И написано, что ускоряет процесс копчения, да, с 12 часов до часу примерно. То есть примерно вот, за вот час. Вот, отключилось. Ведь что-то там было, сейчас произошло и сейчас отключилось. Короче, вот это работает. Там есть, там вот здесь есть кнопки. Регулирующие. Вот какие-то здесь кнопки. Они иногда действуют, когда она работает, они действуют, когда нет, вот что-то там происходит, еще я не знаю. Так что генератор, вот, дым. Это на всю мощь. Ну, дует капец как. Вот. Работает от USB, подключается. О, он просто выскочил. Ну, как-то вот так. Ладно, мы еще. Все. Он еще. Даже при выключенном работает еще потом. Все, отключился. Это. Так, вот он выключается вот здесь. Или нет? А, это наоборот. А, нет, да, все, вот, выключился. Все. Выключился, с сети вытаскиваем. Так что вот как-то так. Ну, разберемся еще. Потом, когда я буду уже делать готовую продукцию, уже конкретно вам все покажу. Сейчас он мне ответит, Андрей. Кому интересно, заинтересовало, оставлю номер телефона его, пишите в WhatsApp. Ну и ссылку на этот, в Авито, где он продает. В Татарстане. В Татарстане живет. Делает там, производит вот разные эти. По всей России. По всей России, да, по всей России транспортной компании эти посылки. Ну, это, вот этот данный товар отправляет, вот так все выглядит. Ладно, все, потом, когда буду делать, обязательно покажу, как она работает и что получается. И потом еще будем на ней зарабатывать, продавать всю продукцию. Вон здесь даже садоводство, отбеление дадим. Научимся делать вкусно. Дадим попробовать, попробуют и потом. Ну все, всем пока, спасибо большое за просмотр. Кому надо, пишите, звоните, заказывайте. Скоро увидимся.